ненавидели Христа. Многие напрасно. Он им правду говорил, искренне, отважно. Но из зависти они Господа казнили, к деревянному кресту накрепко прибили. Как распяли Христа, наступила темнота. Затряслись небеса, закачалась земля. Поняли, что Иисуса погубили они зря. Но воскрес Божий Сын, не был Он виноват. Пострадал за грехи мам, пап и ребят.